В оперативную часть МЧС в 11 утра 18 августа сообщили, в одной из новостроек обрушилась кровля. На место чрезвычайного происшествия незамедлительно отправилась группа быстрого реагирования. Все силы МЧС были подняты по тревоге и прибыли сюда для того, чтобы оказывать помощь. Кроме нас работают бригады экстренной медицинской помощи, работают кинологи с собаками, работают спасатели, горноспасатели, спасатели Ногинского центра. На этих кадрах видно, как сотрудники Центра спас МЧС России разбирают тяжелые завалы. При обрушении кровли в здании президентского кадетского училища, которое так торопились сдать к 1 сентября, погибли люди. 18 августа Следственное управление по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения строительства, в результате которого двое человек погибли. Установлено, что днем 18 августа произошло обрушение кровли возводящегося объекта в Гагаринском районе Севастополя. Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Егор Петрунин, Время новостей, Севастополь.